Добрый день, канал Гетекласс, Андрей Щетников. И я хочу продолжить тот разговор, который Алексей Колчин вчера начал по поводу потемнения поверхности силиконового масла, в котором намешана серебрянка, в двух разных опытах. Один опыт, когда мы подносим на электризованную палочку. Другой опыт, это когда мы видим потемнение на границах и немножко и в центре, кстати, ячеек бинара. Понятно, что потемнение есть и там, и там, и естественно объяснять его, исходя из некоторого общего принципа. Как нам советует так называемый бритва, принцип бритва Кама, что не надо умножать сущностей. Хочется искать одного объяснения. Что-то происходит с алюминиевой пудрой в масле, и именно из-за этого происходит потемнение. А это что-то в одной ситуации вызывается наэлектризованной палочкой, а в другой ситуации вызывается значит, движением жидкости и вот этой взвеси с алюминиевой пудрой в ячейках. Ну и вообще говоря, кто значит, эту краску мешал сам, тот видел, что ну и просто при перемешивании, вот она Успокоилась поверхность краски, краска такая серебристая. Мы ее так раз помешали немножко, и появились темные разводы. Потом они раз снова затянулись, все снова стало ровное серебристое. Но ясно, что и здесь явление то же самое. Дальше следующий пункт. Мы себя спрашиваем, а почему происходит потемнение? Непосредственно почему? Ну, может быть там больше стало алюминия. Может быть там меньше его стало. А может быть не стало ни больше и ни меньше, но что-то еще произошло. И почему хочется отбросить тему больше и тему меньше? Хотя многие пытались в эту сторону рассуждать. Ну, потому что частички алюминиевой пудры очень маленькие. Их движение значит, таких частичек под действием ну, каких бы то ни было сил, и, значит, оно должно быть достаточно медленным в этой ситуации. А у нас все быстро перестраивается. Вот по поверхности текла яркая краска раз развернулась и сразу темная. Что же такое произошло? Кажется, что все-таки объяснение с изменением ориентации является самым естественным. Ну, поскольку оказывается, что алюминиевая пудра состоит из таких чешуек. О чем мы прочитали только вчера в Википедии, мы об этом не знали, ну а после почитали еще, где можно было до чего добраться. Ну, и даже оказывается, как пишут, и кто-то на канале из комментаторов писал, что есть такое явление э, листование. Это когда вблизи поверхности все чешуйки разворачиваются параллельно поверхности. И именно поэтому поверхность выглядит такой блестящей. Я, правда, не очень понимаю, с чем это связано. По-видимому, как-то с поверхностным натяжением. Не знаю, уверенности здесь у меня нет. Но вот то, что чешуйки разворачиваются, это известный факт. Ну а дальше смотрите, скажем, вот в ситуации течения. Чеш... Поверхность движется к краю. Чешуйки расположены горизонтально на поверхности, ну или близко к горизонтальному, а потом резко поворачивают на, на, на границе ячеек и идут вниз. Вот они, чешуйки сами развернулись. Получилось, что для нас в этом месте, вот то, что было зеркальцами, развернулось вертикально или почти вертикально. Свет туда заходит и не отражается сразу. Облуждает. Ну, где-то там, конечно, что-то рассеивается, отражается, но не с первого раза. Потом этот свет выходит наружу уже очень сильно ослабленный. И вроде бы это естественное объяснение, во всяком случае, более правдоподобного объяснения, по-моему, предложено не было до сих пор. Я не видел, почему темнеет. Ну и еще. Вот многие пишут нам, а вы проверьте, а вы сделаете то, а вы сделаете это. Ну, все это здорово, конечно, но, между прочим, у меня сейчас под рукой этой э, краски и нет даже Алексея, где ее брал, туда отнес, мы здесь не оставили. Но ведь возможно, что у вас у кого-то она есть. А вот возьмите вы и проверьте проверьте, расскажите. А еще лучше заснимите видео, напишите в личку, но ну, я представлю ваш материал на канале, также он будет интересен для обсуждения всем. Не, не думайте, что мы на все ваши вопросы вот, как бы, готовы их все собирать на себя и на них отвечать. Да нет, гораздо лучше, когда вы между собой это обсуждаете, а мы в этом вообще не участвуем. Подкинули тему и уже хорошо. Ну и в общем, все-таки мы рады тому, что наши материалы вызывают у вас живой интерес и есть что обсуждать. И спасибо вам большое за внимание.